2 августа 2023 год. Афоризм дня на сегодня такой. С добрым утром. Последнее слово техники далеко не всегда цензурное. Написал я 28 августа 2010 года. Про технику у нас что еще было? Про прогресс, наверное. Тягловая лошадь прогресса, жареный петух. Тягловая лошадь прогресса, жареный петух. Ну, на сегодня так, на сегодня. Цивилизация – это когда все более тупые люди могут делать все более сложные вещи. Да, еще про развитие цивилизации можно, наверное, к технике это отнести.